на всякий случай ребенка отсюда просто выведем куда-то, если еще будет прилет, на всякий случай, чтобы во дворе было. Давайте я с товарищем девочку отправлю. Давайте их обоих поглядите. Ты она сможете? Беременная, а это а маленькая. Маш, вставай, стену. Давайте девочку кровь просто отправим туда. Она со мной поедет. Давай, вставай. Нет, стоп, сидите, вам... сидите. Вставай, вставай. Это моя кровь. Хочу. Дайте мне. Идем. Валер, побудешь ли? Да, конечно. А? Нет, давай. Ребенок, иди сюда, просто постой рядом, если что, я прикрою. Дядя хороший.